Доброго времени суток, уважаемые подписчики. Снова начинаю я свой такую небольшую трансляцию. Вот у меня в прошлый раз рассказывал о курах, как можно заработать. Сегодня я расскажу вам, как можно сделать корму такую дом бункерного типа для кроликов. То есть вот у меня есть кролики, остались два производителя, то есть девочка и мальчик, грубо говоря. Это беликаны, правда, серый и белый, ну, будет такие. И сегодня я перехожу на новый тип содержания кроликов. Это такой некий бункерный тип содержания, да, где кролики будут жить вместе. То есть мальчик и девочка на протяжении какого-то времени, пока, скажем, мальчик не покроет девочку, будут жить в таком бункерном типе, а не как сейчас в отдельных клетках. То есть сегодня я сделаю из старых рам, потом я покажу, что у меня получилось, такую бункерную форму проживания. То есть это будет такая клетка большая и с отдельным маточником. Кролик будет находиться в этом помещении до тех пор, пока крольчиха будет, ну, так, котной, да, до тех того момента он будет находиться в этом бункере. А затем будет отселен обратно в свою одиночную камеру временного содержания. Все, смотрим дальше, что будет. Сделаем первый мой шаг. Я взял 4 старые рамы от окон с модельтажек. Вот, сбил их в некоторых местах гвоздями, в некоторых саморезами. Ну, так вот получилась такая конструкция. Сейчас дадим здесь распорки, усилим эти стены две. И потом вся эта конструкция сделается еще маточник отдельно и обошьется все это сеткой. Сейчас посчитаем, сколько нужно метража сетки, съезжу в магазин, куплю. Такая вот экономия. Вот, прошло еще минут 30, наверное, 30-40, что здесь мастерю. Ну вот получилась такая вот хитрая конструкция. Это еще не конечный результат, но в принципе уже подходит к финалу. Значит, объясняю. Вот это будет вход. Здесь, значит, будет маточник, глухая стенка. Здесь глухо, здесь забьем тоже наполовину глухо. Сделаю небольшой проход, вероятно. Потом все увидите. Та стенка будет тоже глухая, глухая. Ну, чтобы все тепло было. Значит, пол будет из сетки. Вот сетку я пойду покупать в магазин. Скоро уже. Сегодня пойду в строительный магазин. За 50 километров моего поселения города находится на строительный магазин. И вверх, не знаю, придумаю, как еще было делать, еще как не думал. Значит, смотрите, вот если видно на кадре, чуть-чуть заужена та сторона к этому берегу, к боку, и здесь чуть шире. То есть здесь будет гнездовая часть, а здесь будет подобие норы. Ну, то есть кролики у нас норные животные, ну, чтобы удобно так было сходить. Они любят заужение, а здесь потом расширение, как норе. Буду делать такая вот система. У нас будет, по сути, это клетка с маточником, и здесь маленькие кролики будут находиться первое время с мамой. Ну а теперь в данном моменте здесь будет находиться папа и мама, будущее семейство, вместе постоянно. То есть чтобы не подбирать моменты, потому что времени не так и много, чтобы не подбирать моменты, когда у них начинается вот момент брачного периода. Поэтому будем находиться вместе, это практика уже изведана, то есть ничего страшного в этом нет. Что получится. Ну вот, продолжаю снимать свою стройку еще ближе к вечеру, потому что сегодня я уже не закончу, потому что солнышко уже низко. Тут на улице еще соседка ехать, углы обрезать с той стороны. Ну вот, смотрите, что получается. Здесь я немножко проще сделал, попытался сэкономить как-то в плане того, чтобы легче конструкция была. Здесь фанерой зашил, никак не размокнет. Ну и вот такой маточник получился. Там вот проход между жилой зоной кормовой в маточное гнездо. Ну вот такая вот конструкция. Дальше будем зашивать сетку. Уже конечный результат увидите попозже чуть-чуть. Я еще что-то покажу еще в процессе работы. А затем покажу то, что у меня получилось. Такое все это. Не судите строго, не пишите злостные комментарии. Это все-таки простая конструкция из подручного материала. То есть то, что под руки попадается, то, из чего я и делаю. Не покупаю доски, не видите, материал никакой.
Ну, служит это довольно долго. Вот, бывшие мои одноместные домики, такие клетки для кроликов, уже служат 4-й год. Поэтому злостные комментарии можете не писать, не подействует. Вот, купил я сетку, такую оцинкованную металлическую сетку. И прибиваю ее посредством таких вот загнутых гвоздиков. Гвоздики такие. Откусываем шапочки, сгибаем и прибиваем. Таким образом крепим сетку дерева. Ну вот, получилась клетка, которую я делал в это время. Вот она таким образом. Здесь она будет открываться. Ну, зафиксировал пока, чтобы не мешал дальнейшей работе. Соответственно, матричник будет еще накрываться сплошной фанерой, наверное. Ну, чтобы и здесь будет еще крыша у них. А это общий отсек, где будут находиться кролики. Кормиться здесь будут, кормушки, поилки находиться. Тоже открывается таким образом вверх. И потом вы увидите, когда они уже будут здесь оба сидеть. В принципе, такая клетка для содержания кроликов обходится совсем недорого, в принципе, и под силу любому. Я показываю те образцы строительства клеток, ведения хозяйства, которые заточены как можно меньше вложить, чтобы больше получить. Не то, что можно построить, конечно, все купить новое, там, какое-нибудь заводского производства, тоже клетку. Но вопрос, будет ли она рентабельна, да, в плане того, что сможете ли вы даже отбить те деньги, которые вы вложили на строительство, ну, на покупку этой клетки. А я делаю это своими руками и, по сути, подручного материала. И, как видите, можно заметить, уже несколько лет подряд эти клетки исправно служат и не требуют никаких ремонтов. То есть, вот, сделал и забыл. Хотя, в принципе, и из ничего. Сделал из ничего, из какого-то хлама, ламья, и забыл. И пользуешься, и никаких проблем не знаешь. Ну и так, продолжаем дальше уже. Вот новый этап строительства нашей клетки для кроликов. Снег пошел, зима настала. Вот я убрал, как видите, здесь нет уже этих клеток. Сделал такую вот хитрую конструкцию. Это будет опора для нахождение клетки. Видите, все делают так. Вот. Из подручного материала. Дальше будем устанавливать клетку. Ну вот, установил я клетку. Вот таким образом она будет стоять теперь у меня. И тут будут жить кролики. Вот. Видно, не видно вам. Вот таким образом крепится она там. Опоры у нее. Она крепкая, не считается, ничего. Вот таким вот образом. Снизу вот так вот идет планка крепящая. Там вот. А оттуда снизу будем выгребать кал. Это будут звери наши гадить. Вот такой будет дом для кролика. Здесь дальше будет еще стоять клетки старые. Вот одна клетка старая будет стоять. Возможно, даже двухъярусная. Либо еще с этой стороны. Такой у меня будет кролятник. Дальше буду заниматься монтажом крыши. Нужно сделать еще крышу из чего-нибудь подручного. Вот получилась моя клетка, которую я делал вот таким образом. С крышей ничего толком я и не придумал. Поэтому с удовольствием выслушаю ваши комментарии по поводу того, как же мне организовать вот в этой клетке крышу. Ну, чтобы она была с уклоном, в то же время не задуваема в основное помещение. Предложите мне какие-нибудь варианты, вот, исходя из данного условия, как можно мне здесь сделать крышу для клетки. Это, пожалуйста, в комментариях. Так, ну вот таким образом у меня получается вот, значит, крыша вот такая вот субероида теперь. Вот, там вот маточник у меня, да, маточник. Все нормально. Там будет дно, когда будет гнездо, докладывается фанерка, чтобы дно было плотное. Ну, а здесь основная жилая часть клетки. Буду запускать скоро кроликов сюда. Сейчас кормушки установлю временно, потом будут здесь бункерные кормушки. Таким вот образом она закрывается. Вот раз.
прям крепенько. Все, сидит. Сидит кролик наш, к примеру, да. Раз, все. То есть, кролики отсюда уже не вылазят. Никак поднять сами не могут. Следовательно, крепко, надежно. И такой же, в принципе, и низ. Снизу. Вы видели, как на самом деле снизу. Думаю, что такую клетку с удовольствием сделает любой просто человек. Затрат больших она у вас не потребует. Элементарно. Скоро посажу кроликов. Сниму, как они тут находятся. Вот. И закончилось формирование гнезда. Вот там и второй заяц. Кто видит, там он еще есть. А второй заяц у нас. Вдвоем живут спокойно. Все закрывается, все делается. Все отлично. Можно вот так сделать, может любой. Зимой я использую снег для поилки, чтоб не замерзало. Все, подписываемся на канал, ставим лайки, кому нравится. До скорой встречи.